Вижу цель, иду к ней. Мне нужен адреналин периодически, поэтому я хожу, отвлекаюсь от бокса, бывает иногда, да, и, например, на охоту пойду, постреляю там, или на вождение там какие-то, в кино схожу. Лично для меня это и есть кайф. Сегодня будете стрелять с калибра 9 на 19, пистолет Glock 17, тот, что в Российской Федерации сертифицирован как спортивное, по факту является боевым огнестрельным оружием. Будет необходимо соблюсти ряд формальностей и заполнить документы. Мы с тренером один раз ходили на охоту. Не слышно ничего. Да, адреналин поймал. В итоге мы не нашли зайца, пришлось просто стрелять в воздух. Ну, в основном, да, это бокс дает больше адреналина. Ну, я не знаю, это само по себе. Я же не задумываюсь о том, что победить нокаутом. Это сама техника так получается, что один удар может решиться. Для меня это самой большой поддержкой будет, это моя мама. И она не смотрит бои, но она же морально, физически, психологически поддерживает же меня. И для этого надо как-то всегда тренироваться и быть в форме. Ну, мы нарабатывали с тренером то, что нам было нужно, но это будет как-то большим секретом. Я думаю, что ни одни соперники не считают слабыми. Они все тоже так же, как и я, тренируются, готовятся. Мне нравится изматывать до такой степени, чтобы он действительно устал, чтобы у него сил не было больше, чтобы что-то сделать. Ждем момент. Во всем этом есть свой успех. Если ты трудолюбивый, ты любишь свое дело, то всегда будет результат. И вот я сейчас стал чемпионом мира. Ну, у меня звездной болезни нет. Каждый раз, когда я стрелял, я попадал в мишень. Не знаю, потому что я с самого детства к этому привык.